Эта книга писалась сама собой. Я выступаю в ней не столько как писатель, сколько как преданный читатель романа «Анна Каренина». На протяжении многих лет я перечитывал его раз 10, и каждый раз возникало странное ощущение, что я читаю другой роман. В черновых рукописях главная героиня однажды называется Пушкиным. Внешний образ Анны Карениной был подсказан Толстому обликом старшей дочери Пушкина, Марии Александровны Гартунг. Анна бросается под поезд. Толстой сам не додумался бы такой сцены. Слишком уж радикальной она была по тем временам. Думаю, никто из читателей не слышал об Анне Пироговой. Именно она подарила Толстому сцену, которая является одной из самых сильных в романе и которую мечтает сыграть любая мировая актриса. Когда Толстому задали вопрос, читал ли он «Мадам Бовари» Флобера, где с точки зрения сюжетной схемы можно говорить о плагиате, Толстой уклончиво ответил, что читал, но забыл. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В этой фразе есть изрядная доля авторской иронии. И мне не хватает только двух слов. Каждая несчастливая семья думает, что несчастлива по-своему. Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Ан Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Это лишь моя версия подлинной истории Анны Карениной.